Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас расскажу про прикус, коррекцию именно мезиального прикуса. Вот этот вот, когда челюсть нижняя вперед выезжает. Не вот этот вот, когда заезжает обратно, а вот этот вот, когда выезжает. Рассказываю. Коррекция мезиального прикуса, он так называется. Челюсть выезжает вперед. У нас основные четыре мышцы жевательные, они парные с двух сторон. Это медиально-крыловидная, латерально-крыловидная, жевательная и височная. И как раз таки две из них, они тащат именно нижнюю челюсть назад. Это жевательная мышца. Сейчас на картиночке она у вас всплывет и закроет меня полностью. И височная. Она еще вот здесь располагается. Она вот таким образом здесь веером лежит. Именно ее задние волокна как раз таки тянут нижнюю челюсть назад. Что делать? Нужно отработать их с двух сторон, каждую из. Для этого давайте сначала обозначим жевательную мышцу. Первое, нужно положить руку на щеку, свободную, правую, левую. Можете сразу на две, как будет удобно. И постискивайте зубы. Вы поймете, где у вас напрягается именно на щеках ваши мышцы. Постискивали еще, еще. Находим место крепления к нижней челюсти этой мышцы и с куловому отростку и к скуловой дуге, в принципе, именно к скуловой кости этой мышцы. И начинаем тщательно проходиться здесь по каждому из участков. И находите самые болючки, типа вот здесь, а можно и найти здесь, а можно и найти тут, и в самой толще эти мышцы. И с каждой из сторон, и справа, и слева, их надо прям хорошенечко отмассировать до уменьшения болевых ощущений. Сразу скажу, жевалки, они очень крупные, очень сильные мышцы. С ними работать придется дольше, чем обычно. Обычно на это уйдет минут 10. Поэтому здесь, здесь, тут, тут. Далее ставим в середину мышцы любой свободной руки пальцы. И начинаем сжимать и разжимать эту мышцу. То есть нужно зубы сомкнуть и разомкнуть. Сомкнуть, разомкнуть. Для того, чтобы у нас межмышечные именно футляры, там мышца стоит вот так, еще и вот так, немножко расшевелились между собой, и вот эти спаечные моменты отпустили. И тогда мышца в полную мощь заработает, и уже пойдет процесс движения челюсти назад функциональное. Следующая мышца – жевательная. Surprise! Ну а если вы желаете полноценно пройти курс по самодиагностике и коррекции височно-нижнечелюстного сустава, то вот он, SchoolExpert.net. Это моя площадка онлайн-курсов, где есть много курсов по самолечению, самодиагностике. И вот один из них – коррекция ВНЧС. Просто пройдите на него, и вы уже получите основную информацию, что вы получаете и для кого этот курс предназначен. Есть ниже уже ознакомительные уроки, чтобы понимать, что вас ждет и к чему готовиться. Всем привет, я доктор Евгений. Чтобы приобрести курс, достаточно нажать на эту кнопку, оставить свои регистрационные данные. После внесения регистрационных данных достаточно нажать только на эту кнопку, ознакомиться с офертой и внести тот самый промокод, который дает вам скидку на 20% для приобретения данного курса. Теперь он стоит столько. По ссылке в описании сейчас я его оставлю для того, чтобы вы полноценно смогли его использовать и получать здоровье своего прикуса и челюсти. Проходите по ссылке в описании, и сейчас в подсказках у вас выйдет прямая ссылка на этот курс, для того, чтобы вы смогли спокойно ее нажать, перейти на него, приобрести с промокодом, который я оставлю также в описании. Будьте здоровы, и челюсть ваша тоже будет здорова. Вот она подсказочка. Нам вся она не нужна. Прям вся по порциям, нет необходимости ее работать. Нам нужна именно нижняя, то есть вот эта вот горизонтальная ее порция. Сейчас на картинке она появится, и стрелочкой прям горизонтальная порция. Там будет порция. Вот она, порция. А если по пальцам, то мы просто ложим, получается, ладошку на скуловую дугу.
Вот таким образом у нас располагается височная мышца. Три пальца. И вот где стоит указательный, вот эта порция нам нужна. Что делаем? Мы оставляем его здесь, этот палец. И опять же, пожимайте зубы. И прямо вы почувствуете, как под пальцами напряжение формируется. И пошли по этому напряженному куску прямо щупать болевые себе участки. Допустим, нашли его здесь. И массируем до исчезновения боли, как работа происходит с триггерными точками. Для того, чтобы мышца включилась в процесс и начала тянуть венечный отросток назад. Соответственно, у нас челюсть также будет по вектору вверх и назад стремиться и заезжать в позу свою. То же самое делаем с этой стороны. Поставили, понапрягали, нашли болезненные куски и начинаем массировать их до исчезновения боли. И так в течение 14-21 дня. А теперь давайте повторим. Жевательные мышцы с двух сторон отмассировали, поставили пальцы и пооткрывали-позакрывали рот, чтобы спайки разбить. После этого горизонтальные именно волокна височной мышцы жевательной отмассировали с двух сторон. И это все нужно делать в течение 2-3 недель для того, чтобы процесс пошел более четкий и качественный. Сейчас вот эта конечная заставка, как раз таки ссылка на этот курс. И в описании я ее также оставил. Кому интересно, проходите там же промокод. Не забывайте для того, чтобы вы могли полноценно себе все это отработать.